Румынская армия, участвующая в плане «Барбаросса», имела на вооружении около 100 французских средних танков Ар-35 в 1941 году, когда начала операцию по так называемому освобождению Бессарабии и наступлении на Одессу. Потеря 15 танков привела к тому, что румыны модернизировали танк, заменили пушку на 47 мм и увеличили броню в башне. Тем не менее, румынская армия смогла дойти до Одессы, что утверждает мой тезис о том, что французские танки имели решающий вклад в успех на протяжении 1941 года. Но в 1942 году это был уже Мавр, который сделал свое дело. Румыны разгромили советские войска в Бессарабии и подошли к Одессе, не имея тяжелых французских танков, которые проявили себя в разгроме 5 советских танковых корпусов. Смотрите полное видео.